А сейчас впервые, можно сказать, на нашем фестивале дуэтная будет работа. Хочу пригласить сюда Тимура Нурмагомедова и Айджат Гапизову. Будет что-то интересное. Айша так бутсадалай, зайди гэси дубурни, орехили хэла сама, шипи дарати бубуки. Тимур бита касама, эрзи хайран ди эси, дали чинта ачита, ачил диклар би дэсли. Зайди каталуй ти арцван вухути, вила дубурла катае би хули, изала изу ти ара би рули, дигали баргита диклар би рули. Лада лайла дуби, лета закирурми, ансы дэнда хагарми, дашам талих лабурми. Дюни карти уркила, акмар хабитум ала, ва аби мурад личи, урши дюния ахирла. Зайди каталуй ти арцван ухути, вила дубурла катарех бихули, изала изу ти араби рули. Гали баргита тикрар бируле. Аллах лизит каби, иш думья лаву мудеш, амру шахи дэр каби, хаба хули кагадеш. Аллах таби атлизит, сам дунья лапар гадеш, Ты арцван ухути, вила дубурла катарех бихули, изала изу ты араби рули, дигали баргита тикрар бируле. Арцван ухути, вила дубурла катарех бихули, изала изу ти араби рули, дигали баргита тикрар бируле. Зайди каталуй ти арцван ухути, вила дубурла катарех бихули, изала изу ти араби рули, дигали баргита тикрар бируле. Подождите, подождите, ну что как это так, друзья, давайте мы вам тоже вручим. От Тимур. Тимур же зовут молодого человека, исполнителя, который был. Давайте, чтобы как не родной, давайте сюда к нам. На поклон подойди. Так, вручается. И статуэтки, и дипломы. Сулейман Курамагомедов сейчас, как говорится, мне в помощь. Друзья, подождите буквально несколько секунд. Мы с вами еще не попрощались. Проявите, пожалуйста, уважение к нам. Всем огромное спасибо, что собрались. К сожалению, мы там в зал не собрали. Но, иншаллах, соберем в следующий раз.
По-моему, пару человек не было из артистов, но они исправят свои ошибки в следующий раз. Я бы хотел бы поблагодарить человека, который постоянно с нами бывает. Это Шамиль Ханаев. От концертной организации «Ритм Город». Также всех хотел бы поблагодарить световиков, музыкантов тут. И тебя, конечно, за то, что постоянно с нами. И я надеюсь, в следующий раз, когда будет проводиться фестиваль «Дирхаб 7», нас поддержат не то, что администрация города и, думаю, другие к нам присоединятся. Ведь такого больше нету даргинского проекта, правильно? Так, думаю, пора продолжать дальше и поддержать, развивать этот проект. Всем спасибо. Спасибо большое, Сулейман, «Ритм и Гор». Мы действительно хотим сказать, что продолжение обязательно будет. Это стало уже доброй традицией. Мы с вами не прощаемся. Мы говорим до новых встреч. Если где-то что-то не так было, извините нас.